Хочешь быть в курсе последних новостей туризма? Подписывайся на наш канал, и ты будешь всегда знать, что происходит в отелях, что нового, что изменилось. Этот канал для вас. Подписывайтесь на него. Аэропорт Львов находится в 7 километрах от центра города или в 5 километрах от ЖД вокзала. Добраться можно на такси. Такси от центра города стоит где-то 80 гривен. Если ЖД вокзала, то от 50 до 70. Также можно добраться на общественном транспорте. Городской автобус номер 48, 4 гривны стоит. 10-15 минут он идет до аэропорта. На троллейбусе номер 9, 2 гривны стоит. Время курсирования данного транспорта с 6 до 23.00 приблизительно. Что есть в аэропорту? В аэропорту есть банкомат, обмен валют, зона duty free, есть где покушать, стойка информации, камера хранения 5 гривен в час, медицинские услуги. Аэропорт работает 24 часа в сутки. Также можно воспользоваться зоной отдыха для первого класса, стоит это $10. Аэропорт новый, небольшой, но очень приятный. Есть зона Wi-Fi. Wi-Fi бесплатно. Второй этаж аэропорта Львов. Зал вылета. Здесь два duty free на втором этаже и на первом. Один польский, один украинский. Это польский. Прилетный зал, зал прилета. Сначала необходимо подойти к представителям компании, оставить штамп вам в карточке, а потом идти оплачивать $25 в кассу, а потом уже на паспортный контроль. Вот сюда. Аэропорт небольшой. Викинг Туристик. Отдых покупают на viking.by. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лысинок Евгений. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.